Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванчакалпатарувасакипасиндубхавачу Патитананг Павонебхя Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхетагирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндаваи Тулсидеббхай Пиявай Кешавасачу Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ватвай Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхетагирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндаваи Тулсидеббхай Пиявай Кешавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ватвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасвати вясам тато жайо мудире Санкиртане Кришна като падеша Гаурия патрасва пракасане ча Садану ракта гуру бхакти жукто Бхакти прамодакша жагод барунно Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Титас падам сива виринчанутам сараньям Бхитатихам панутапал бхавадипутам Банде махапурушате чаруна равиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Бисфори житакимапикабхавадушва дарши Пурнану рагра сасагра сарамурти сарадикамай када кипам кару Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato, Sankirtanai kapitaro kamala shatakshau. Вишамбару диджавару джугадхарма палау Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Аджануламбита бхужау канака бодхату Санкиртанай капитару камала шатакшу Вишамбару диджавару джугадхарма палау Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану рупе насада наранам Ганга таранга раманина джата калапам
Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманго мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатхам Вагиша джошва бадане Лакшмир джошва ча бхакшаси Джасасти хиде самби Вам Шинга Махам Бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Найтад мано ме таво катхас байкунтханатха. Найтад мано ме таво катхас байкунтханатха. Самприяте дурита душтама садхутиврам. Каматурам харшашока вайшанартам. Тасмин катхам. Табагатим бимисами дина, тасмин катхам, табагатим бимисами дина. Найтат мано ме таво катхас байкунтханатха. Самприяте дурита душтама садхутиврам. Каматурам харшашока вайшанартам. Тасмин катхам. Табагатим бимисами дина. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что есть лишь один способ соприкоснуться с трансцендентным миром. Необходимо принять прибежище Апракрита Шабда Браман Вани Вайбхав. Без этого невозможно никак соприкоснуться с Верховным Господом. Когда ребенок рождается, возможно, вы видели, что его органы чувств еще не работают должным образом. Когда он рождается, только открывает глаза, он повсюду смотрит, он не может сказать что-то, он не может говорить. Но совершенно точно он, его внимание фиксируется на вас, когда вы извлекаете какой-то звук. То есть он имеет в виду, что он обращает внимание на звуки. Так устроил Бхагаван. В действительности все, как оно есть, устроено Бхагаваном. И суть в том, что когда мы рождаемся, наша возможность слышать работает. Наши органы слуха работают. И так, живое существо не может прийти в соприкосновение с Верховным Господом, с трансцендентным миром. Тем не менее, он оставил для дживы выход. В самом начале, может быть,
живое существо, то есть не способно ни на что, кроме как различать звуки, слышать. Если звук трансцендентен, звук, который она слышит, трансцендентный, определенно она получит благо. Поэтому Прабхупад говорил, что неважно, на каком языке рассказывается харикатха. Харикатха есть харикатха. Если я пытаюсь понять Бхагавана через язык, имеется в виду, если я пытаюсь логикой понять его, я пытаюсь тем самым сделать из Бхагавана объект своего наслаждения. Но это невозможно. Бхагаватам сказано, что мы не можем даже воспевать святое имя правильно, должным образом. Мы пытаемся произносить святое имя Господа, но получается лишь мирской материальный звук. Кришна нам, Кришна дхам, Кришна сварупа, Харикатха, Кришне. Все это недосягаемо для нас. Мы не можем осознать это, потому что мы не можем осознать это при помощи своих органов чувств. За пределами наших органов чувств, за пределами материальных возможностей. Когда все ваши органы чувств хотят служить Бхагавану, ваши органы чувств всегда отвечают вашим желаниям вашего ума, то есть имеется в виду, работают под его руководством. Но я говорю о том, что это негативное их проявление. Но они могут и позитивно откликаться на желание ума. В таком случае ваши органы чувств, ваши глаза хотят смотреть на трансцендентное изображение, уши слушать трансцендентный звук. И благодаря этому вы сможете осознать, что есть трансцендентный мир. Мы ограничены, поэтому Прабхупад говорил, что язык не так уж и важен. Курупад Падма также говорил об этом. То есть даже на харикатхе, которая говорится на бенгале, можно сидеть, присутствовать. Это будет благоприятно. Потому что харикатха — это язык, рассказывается на языке сердца. Это не язык тела, не язык органов чувств. Глухой немой не может ни слышать, ни говорить. Если при этом он еще и бедный, и у него нет денег, и никогда вкусного ничего не ел, а вы его вдруг накормите какими-то деликатесами, он не может ни говорить, ни слышать. Тем не менее, по его лицу вы увидите, что ему очень понравилось, он съел что-то вкусное. То есть наслаждение проявляется на его лице. Поэтому Нарутам Такур на Бенгалии пел, совершал киртан на Бенгалии.
И все вокруг плакали, даже те, кто не понимали этого языка. На Вирахатитхи и Вайшнавов мы все время поем этот киртан Пашана Кутибы Мата. Я хочу разбить голову о камни. Я думаю, что моя жизнь бесполезна без вайшнавов. Он пел этот киртан и в Манипуре. Там никто не знает Бенгали. Но когда народ там Дастакур пел, все плакали. Все. Не только люди плакали, даже животные, птицы, собаки. Пашу Паки Джури, об этом и говорится в самом киртане. Птицы, животные проливали слезы, а камни плавились. Я знаю, что вам сложно в это поверить, но я могу вам показать отпечаток Кришны в камнях, как камень расплавился под стопой Кришны. Так работает Харикатха, настоящая Харикатха и киртан. Два-три, а может быть, 4 года назад я рассказывал о Венугиту. Не Гопи-гиту, а Венугиту. Когда Кришна и Баларам идут пасти коров в лес. Кришна и Баларам идут в лес, все, и раздается шум, раздаются крики, кто... И, но все эти крики, весь этот шум и гам трансцендентный. Телята, птицы, коровы. Телята пьют молоко из имени коров. Когда Кришна начинает играть на своей флейте, звук доносится до них. Они прекращают пить. Which direction?
Они пытаются выяснить, откуда доносится этот звук. Несмотря на то, что они просто животные, они бегут. Бегут по направлению к звуку. Птицы щебечат, но когда Кришна начинает играть на флейте, они замирают, как статуи. Они ели цветочки, искали себе еду, но как только звучит флейта, они замирают. Таково совершенство киртана, хари киртана. И харикатхи. Exchange of love. Sometimes it happens. You have, maybe you have practical experience. When dog. Взаимообмен любви, когда, возможно, вы сами видели, как, когда же коровы или собаки понимают язык любви. Они понимают, что мой хозяин любит меня. Они тоже могут плакать. Когда хозяин куда-то пропадает, они скучают и плачут. Таким образом, харикатха — это язык сердца, потому что харикатха — это язык любви. Я же говорил, что Прабхупад, когда говорил харикатху, рассказывал харикатху в Южной Индии, говорил на Бенгали. В том самом месте, где состоялся разговор Рай Рамананды, или в том месте, где был рожден Рай Рамананда. И ученики Прабхупады обратились к нему: «Вы говорите, все мы говорим на Бенгали, но никто не понимает здесь бенгальский». Прабхупад ответил: «Я не говорю ни на бенгали, ни на хинди, ни на английском. Я рассказываю харикатху». Когда вы слушаете, вы должны улучшать вашу возможность восприятия. Если вы слушаете внимательно, вы сможете увидеть харикатху. Вы увидите его воочию. То есть, что это значит? Увидеть цель, увидеть
Такова особенность трансцендентного шабда брахмана, трансцендентного звука. Звуки и изображения не отличны друг от друга. То есть имеется в виду звук и сам объект не отличны друг от друга. Когда вы с полным вниманием, поглощением слушаете Харикатху, вы сможете увидеть то, о чем вы слушаете. Таково волшебство Харикатхи. Она никогда не бывает напрасной. Но Прахлад Махарадж плачет. Он говорит Нарисимхадеву, чтобы преподнести нам урок. Мой глупый ум беспокоен. Он постоянно бегает то здесь, то там, летает то здесь, то там и хочет наслаждаться грязными вещами. Как я уже говорил, тело — это тонкое, ум — это тонкое тело. Наше тело состоит из пяти элементов материальной природы. Но тонкое тело состоит из ума, будхи, разума, читта, сердца и аханкара, ложного эго. Все вместе они образуют собой тонкое тело, но каждый из них обладает своей функцией. Chitta is catching one picture. Very beautiful girl, very nice. Когда вы смотрите вокруг, ваше сердце запечатляет, или ваш ум запечатляет какие-то наиболее понравившиеся моменты. И эта картинка посылается в ум. То есть вот красивая девушка запечатлела, глаза запечатлели картинку и послали в ум. И уже в уме мы принимаем решение, санкалпа или викалпа, принять или отвергнуть. А ум, точнее разум, разум действует как директор, как управляющий. Если ты выберешь это, то ты получишь такой-то результат. Если выберешь другой вариант, результат будет таким. Он принимает решение. Если ложное эго — это главная причина нашего желания наслаждаться. Ложное эго может быть трансформировано в позитивное эго. Без эго не может жить даже ни одно животное.
Тем не менее, его можно превратить в позитивное эго при помощи гуру вайшнавов. Сделать из отрицательного положительным. Прахлад Махарадж жалуется на Нарсимхадеву. Мой ум очень слаб. Он глуп. Никакой стабильности у него нет. Никакого покоя. Выход лишь один — слушать Харикатху. Но мой ум не хочет делать этого. Я знаю, что есть лишь один способ прийти в соприкосновение с тобой, слушать Харикатху, но мой ум не хочет делать это. Как только я начинаю слушать Харикатху, все входит, все, что слышу, входит в одно ухо и выходит из другого. Ум не позволяет мне слушать Харикатху. Но это единственный способ прийти к тебе, прийти в трансцендентный мир. Мой ум постоянно претерпевает влияние майи, находится под постоянным влиянием майи. Я не саду, я асаду. Испытываю постоянное беспокойство. Майя постоянно пинает меня. Такое ощущение, что она подпинывает меня в сторону к материи, к наслаждениям. У меня огромная жажда наслаждаться материальными вещами. Атур, используемый в этом слове, означает болезненность, болезнь. Из-за влияния камы, из-за того, что мои органы чувств хотят наслаждаться, я сейчас нахожусь в таком ужасном положении, что я абсолютно беспомощен. Иногда из-за майи я плачу, иногда смеюсь. То мне весело, то смешно, то я сокрушаюсь. Поэтому я всех вас прошу. Поэтому я обращаюсь к тебе, говорит Прахлад Махарадж Нарсимхадеву. Объясни мне, как мне достичь твоих лотосных стоп? Как мне прийти к тебе? Prakriti Sabda Brahma, we cannot expect anywhere and elsewhere.
А пракрита шабда брахман можно найти, получить из подлинного источника и нигде, кроме него. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Due to destruction of this, because you know I already destruction of this nature is not one time. One kind of destruction, every fraction of second going on, but you cannot realize. Разрушение этого мира происходит постоянно. Это не так, что один раз конец света и все. Даже когда вы смотрите в зеркало, то есть имеется в виду, что в вашем теле постоянно происходят изменения. Если мы встретимся через 20 лет, вы будете выглядеть совершенно иначе. Вы каждый день смотрите в зеркало, поэтому не замечаете изменений. Но постепенно они происходят в окружении. Все, что вас окружает, также меняется. Но вы этого не замечаете. Ежедневное разрушение, ежедневное... увядание. И также происходит разрушение этого мира после дня Брахмы. Длительность дня и ночи Брахмы огромна. Нам сложно посчитать этот огромный промежуток времени. Когда заканчивается день Брахмы, происходит пралая, разрушение этого мира. Карандакашая Вишна — причина всего мира, причина сотворения мира, бесконечных, бесчисленных миров. Каждая пора, каждый волосок, растущий на коже Вишну, на каждом волоске, растущем на коже Вишну, находится Брахманда, отдельная Брахманда. Об этом говорится в Брахма-самхите. Махавишну входит в каждую Брахманду. В форме Гарбхада Кашая Вишну.
Он спит, возлежит на водах океана. Из пупа Вишну исходит лотосный цветок, цветок лотоса. И на этом цветке появляется Брахма. Он не осознает, как он там оказался. Он задается вопросом, как это произошло, какова причина моего сотворения. Брахма спускается по стеблю лотоса и поднимается назад, но ничего не видит, ничего не может найти. Затем с небес раздался голос «Тапа, тапа, тапа, совершай аскезы». По желанию Бхагавана Брахма понял, что этот божественный голос указывает, что я должен совершать аскезы. Нужно успокоить ум и сконцентрироваться. Он начал совершать аскезы. Тогда Бхагаван умилостивился, стал доволен Брахмой и начал рассказывать ему Чатуршлоки Бхагаватам. Он, Брахма, был инициирован Бхагаваном. Он получил брахманический шнур от него. То есть вначале Бхагаван дал ему инициацию, затем рассказал ему Чатуршлоки Бхагаватам, наделил его силой. И в конце концов сказал, сейчас таким образом ты осознал все. Я благословляю тебя. Я даю тебе силу, чтобы ты осознал все. Четыре шлоки. Я поведаю тебе уникальную татву, сокровеннейшую тайну. Если ты осознаешь Бхагавата-татву Вигьян, если ты полностью сконцентрируешься, ты испытаешь полное удовлетворение, обретешь полное удовлетворение. Если может стать вопрос, как Брахма может быть спокойным, когда все творение на нем?
В Америке есть такие места, где люди могут наслаждаться, они платят какую-то сумму денег, и все абсолютно, какие только существуют, наслаждения доступны им, и они превращаются там в животных. Если я вас туда, в такие обстоятельства помещу, как долго вы сможете поддерживать стандарт, свои стандарты поведения? Но Харидас Такура, к примеру, его пыталась соблазнить проститутка, но совершенно никак на него это не отразилось. Поэтому окружающая среда абсолютно не важна, обстоятельства абсолютно не важны для чистого преданного. Итак, вы думаете, Брахма испытывает беспокойство? В творении в действительности столько проблем. Всюду постоянно что-то происходит. Почему гуру и вайшнава не любят политику? Потому что политика в действительности — это самое, что только может быть сложное, сложное. Гораздо проще жить в соответствии с наставлениями гуру, вайшнав, бхагавана. И я много раз говорил, Прабхупад постоянно говорил об этом, что бхакти крайне просто, очень просто. Нет ничего проще, чем бхакти, потому что оно является естественной функцией души. Но никто не может его совершать. Бхакти проще простого, но из-за влияния майи мы не можем совершать бхакти. Все просто хотят расслабиться и жить. Хоть и совершают баджан, все равно хотят расслабиться. Но надо понять, что расслабление, расслабленность, наслаждение и бхакти не могут идти рука об руку, они не могут существовать вместе. Если даже кто-то хочет достичь. В студенческие годы мы вынуждены были вставать в 4 утра для того, чтобы учиться. То есть имеется в виду, что тот, кто хочет учиться, необходимо прикладывать усилия. То есть каким бы знанием вы не хотели овладеть, необходимо затратить энергию на это, приложить усилия. Даже те, кто спортсмены, футболисты, они каждый день вынуждены тренироваться. Они постоянно тренируются. И потом достигают какого-то хорошего уровня, становятся олимпийскими чемпионами. Еще в самом детстве мы выучили одну вещь. Если ты хочешь чего-то добиться,
Нужно трудиться. Отказывать себе в наслаждениях и в том, что этому не способствует. Вы слышали о Видья Сагаре? Он был материалистом. Тем не менее, с материальной точки зрения, он был учителем Бхактивинода Тхакура. Конечно, Бхактивинода Тхакур его мог сам мог обучить. Видья Сагар читал день и ночь. Ночью у него был на потолке у него был крюком он привязывал шнур или какую-то палку, и шикху привязывал к этой палке или к шнуру. И каждый раз, когда он засыпал, эта веревка не давала ему этого сделать, она сразу же просыпался из-за того, что из-за натяжения. И он стал выдающимся пандитом, выдающимся знатоком. And our student, they are trying, they are striving, strive for 18 years. Один человек 18 лет изучал панини вьякарану, написал огромную книгу на эту тему, комментарий составил. Если бы он наслаждался, если бы он отдыхал, расслаблялся, он бы не достиг того, чего достиг. То есть таким образом, для того, чтобы достичь чего-то в материальном мире, необходимо трудиться. Брахма переживал. В этом мире постоянно что-то происходит. Столько головной боли от этого мира. Бхагаван поручил ему ответственность за этот мир. «Ты мой севак», — сказал Бхагаван. «Мой слуга». Как вчера я говорил, слуга обязан слушать своего господина. Мы думаем, что у нас вот проблема в том, что нет правильного понимания, полноценного понимания, кто такой севак. Мы думаем, что подметать, мыть, стирать для своего господина есть служение, то есть это и есть деятельность севака. Но на самом деле главная задача севака — исполнять наставления своего духовного учителя, своего господина. Если севак не слушается своего господина, он не является таковым. Итак, необходимо исполнять наставления Гурудева, как бы сложно это ни было. Вы можете думать, Махарадж дает такие наставления, дал такие наставления, как возможно их исполнить? Не надо думать так. Когда Вайшнав дает наставления, он дает и силу, чтобы их исполнить. Я сам олицетворение этого. Я глупец из глупцов, но Парампарибаш Шанта Госвами Махарадж, Гири Махарадж, Сагар Махарадж,
Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Валабхтиртха Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж, Наяннанда Баба Сатья Говинда Махарадж, все они приказали мне рассказывать Харикатху. Я ничего не знал. Я глупец из глупцов. Я думал, как я могу что-то рассказывать. Но на самом деле, что я представляю из себя сегодня, вы видите, что я рассказываю Харикатху, но это не своей собственной силой. То есть не своими способностями я это делаю. Я это делаю по их благословению. Такое настроение должно постоянно находиться, быть в моем сердце. В таком случае я смогу стать хорошим преданным. Совершенно преданным. А если какое-то ложное эго закрадется в сердце, оно сквернится. И я не смогу больше рассказывать Харикатху. Таким образом, Брама не мог отказаться от наставления Бхагавана. Он не мог сказать, это слишком сложно для меня. Он был обязан слушаться. В 10 главе в 10 песне, когда Индра Махарадж захотел создать проблемы, Браджаваси наслал дожди из своего высокомерия. Тем не менее, у него ничего не вышло. И он понял тогда, что что-то тут не так. Я думала, что Кришна — обычный мальчик-пастушок. Но я наслал такие ненастья на Брадж. Но, тем не менее, с Браджаваси ничего не случилось. И тогда Кришна решил наказать Индру. Вначале Индра думал, Кришна такой высокомерный, какой-то маленький мальчик хочет остановить поклонение мне. Говорил нехорошие вещи о Кришне. Он думал, что Кришна обычный мирской мальчик. И в таком настроении он хотел разрушить все в Святой Дхаме, во Врадже. В конце концов, он понял, что он совершил огромную ошибку и начал просить прощения у лотосных стоп Кришны. «Пожалуйста, прости меня». В ответ Бхагаван сказал, «Иди и исполняй мое поручение». Больше не гордись. Иди, исполняй свои обязанности. Бхагавана можно управлять премой. Но, как правило, мы должны следовать наставлениям Бхагавана. Мы должны быть под управлением Бхагавана. Если вы не готовы следовать Вайдимаргу, вы не сможете стать Рагануга-бхактами.
Прежде всего, необходимо привести свои органы чувств под контроль. Взять контроль над органами чувств. Когда жизнь Брахмы завершается, происходит разрушение творения. Затем творение вновь создается. Нитья пралая. Наймитик пралая. После одного дня жизни Брахмы происходит. А когда вся жизнь, то есть это частичное разрушение, когда вся жизнь Брахмы подходит к концу, происходит полное разрушение этого мира. И наймитик — это то, когда Брахма спит. Наймитика пралая, наймитика разрушения. Итак, Бхагаван дает поручение Брахме, а Брахма переживает, как он справится с этим. Поэтому Бхагаван пообещал Брахме: «Я знаю, это очень сложное служение, трудное служение». Но ты не будешь испытывать никаких проблем, никаких беспокойств из-за управления этим миром. Если ты осознаешь Сиддханту, которую я тебе поведал в форме Чатуршлок, какие бы трудности ни возникали, они не побеспокоят тебя. Это было последнее благословение Бхагавана. Но твой ум не должен ни на каплю уклоняться от той сиддханты, которую я тебе рассказал. Ты должен быть в абсолютных самадхах, в полной медитации. Тогда, несмотря на то, что ты будешь возглавлять, управлять этим миром, ты не будешь претерпевать никаких беспокойств. Таково было обещание Бхагавана Брахме. Когда мир разрушается, когда Бхагаван спит, время не действует на него. И знание Вед недоступно для людей, потому что все творение разрушается, и тогда знание недоступно.
I was bound to speak to Brahma again. Same thing Bhagavan told in Gita. This knowledge I told to Vivasvan, Surya. Я поведал это знание Вивасвану, Богу Солнца, затем Икшваку и так далее. Так нисходило знание в ученической цепи переемственности. В Гите он поведал это знание Арджуне. Но как же я могу поверить, говорит Арджуна, что ты это знание дал Богу Солнца. Бог Солнца с незапамятных времен существует, а ты явился всего несколько лет назад. Я знаю, говорит Бога Кришна, тебе сложно поверить в это. На самом деле, мое рождение — это лила, а твое рождение — это карма. То есть я дал это знание Сурья поведал его Икшваку. И так один за другим получили это знание, так оно передавалось по цепи ученической преемственности. Because in creation nobody there. Because knowledge, I cannot keep 5 kg knowledge here. I cannot say I can put 10 kg knowledge here. But knowledge is not visible. Знание невозможно измерить какими-то мерками. Его невозможно увидеть. Нельзя сказать, что у меня для вас 10 килограмм знания. Если я передам вам то, что я получил от своей Гуру Варги, я не лишусь этого знания. Оно все равно останется со мной. То есть, если я делюсь с вами знанием, оно только увеличивается. Но если я делюсь чем-то материальным, оно уменьшается. То есть, если же я делюсь знанием, то оно возрастает во мне. Чем больше вы его распространяете, тем больше оно увеличивается в вас. Раздавая, делясь им, делясь бхакти, вы не лишаетесь его, а только лишь приумножаете. И благодаря процессу ученической преемственности Бхагаван устанавливает Гуру Парампару. То есть вот этими словами он показывает подлинность процесса Шроута Панты, передачи знания по Парампаре. Бхагаван никогда не хотел, чтобы Парампара прерывалась, чтобы эта цепь прерывалась. Но произошло так в нынешние дни, что
Прабхупад никогда не поддерживал проповедь за деньги. Поэтому прежде чем посылать проповедников в западные страны, он хотел подобающим образом подготовить проповедников. Он говорил им, завтра я буду говорить об этом. То есть прежде чем послать в Европу и Америку своих проповедников, он обучал их. Конечно же, он не говорил им, что проповедуете что-то неправильное и тем самым разрушаете свою жизнь и жизнь тех, кто вас слушает. Если слушатели недостаточно образованы, их легко обмануть. Но если вы осознали Сиддханту Прабхупады, если вы знаете учение Прабхупады, вы То есть те, кто по-настоящему понимает Сиддханту Прабхупады, не проповедуют что-то отличное от нее. Однажды один у Прабхупады был один последователь, который очень близкий слуга, который не обладал какими-то ораторскими способностями. Когда он говорил, никто не мог его слушать, никто не хотел слушать. Например, какая-то программа большая проходила, много спикеров рассказывали харикатху, всех слушали, а он выходил последним на сцену, и все расходились. Потому что то, как он рассказывал харикатху, не могли понять обычные люди. Когда все собрание расходилось, когда все слушатели расходились, севаки обращались к нему: «Махарадж, кому вы рассказываете? Уже все разошлись. Может быть, пойдем? Может быть, начнем все скручивать, собирать маты?» А Сагар Махарадж говорил, его звали Сагар Махарадж: «Я вижу, что столько джив в тонких телах здесь слушают харикатху. Мы не можем их видеть, но их не видно, но они тут, в тонких телах, слушают харикатху. Поэтому позвольте мне еще рассказывать харикатху». Я на самом деле для себя харикатху рассказываю, для своего собственного очищения.
Поэтому мне совершенно не важно, что все уже разошлись. Когда Прабхупад когда Сагар Махарадж возвращался с проповеди, Прабхупад поручал своим севакам встретить его с гирляндами и киртанами. И Прабхупад сам спускался с своего баджан-кутира, чтобы встретить его. Сагар Махарадж предлагал ему поклоны. А Прабхупад говорил: «Ты нишкинчана прачарак», то есть замечательный проповедник. Хотя обычные люди не хотели его слушать. Послушайте 72 лекции о Прабхупаде, о его, о том, насколько уникальным ачарьей он был. Постарайтесь вновь и вновь вспоминать шлоку, сказанную Прахладой Махараджем.